Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я показываю вам еще одно сокровище, пойманное на скидках. Это помада из одного из моих самых любимых люксовых брендов Lancôme. Помада эта классическая, L'Absolu Rouge. Называется она увлажняющая, четко очерчивающая помада. Тон у меня 371 Passionment Cream. И никакого другого названия у него нет. У меня таких помад было много. И сейчас у меня есть Vintage Rose номер 7, которую я очень люблю и часто ношу осенью. Я люблю очень бренд Lancôme. Всегда у меня от него довольно много единиц, которые все в ходу. И я добыла вот эту помаду. Мне она опять же досталась на скидке. Ее полная цена 2200. И это, по-моему, со скидкой по золотой карте в Ревкош. А так все эти помады стоят 2800. Но я ее купила за 1390, может быть. И я даже не уверена, что я ее сама себе купила. Нет, я все-таки ее купила, а две другие, которые я показывала роликами ранее, или одну мне подарила Ева. Этот оттенок, мы на него с Евой очень долго глядели, он нам нравился, но останавливала 2200, не помню там, как с финансами было на тот момент, просто, ну, много помад, и, ну, цвет очень красивый, и опять же, то есть вот все помады, которые я вам показала за последний вот этот марафон, кроме, пожалуй, вот это, вот я оставлю ссылку на этот ролик внизу, это помада Димы Альшейх от MAC, но она для меня такая, не, ну, она хорошая, просто оттенок нередкий, а вот все остальные помады, они абсолютно уникальны, у меня нет ничего похожего в коллекции, такого оттенка у меня тоже нет, и здесь я должна отметить, что этот цвет, я не знаю, как точно его описать, и мне, если честно, ну, вот мне надо оставлять внизу комментарии, что это за цвет, а я не могу согласиться в полной мере, я его вижу как-то иначе, через какое-то свое призматическое восприятие. Понимаете, это и не фуксия, это и не розовый, это и не красный. Но он настолько красиво сбалансированный, настолько он комплементарен коже, настолько я даже не могу назвать, вот в отличие от Candy Yam Yam, что это какой-то безумно акцентный оттенок, он очень гармонично смотрится, как мне кажется, с моей внешностью. Поэтому 371 оттенок, это прям моя любовь на лето. То есть, вы знаете, такой вот повседневный яркий оттенок на каждый день. Но когда будет возможность ходить без масок. Но не это лето, так следующее. Сроки годности очень хорошие. То есть, она до 2022 года, до конца его. И, конечно, я ее использую обязательно. И вот, ну, прям правда повезло. То есть мы с собой ходили, и там сейчас, вы же знаете, но в магазинах не стоят прям вот тестеры, да, и поставили пластиковый ряд этих помадок, вот, ну, муляжи. И мы вот там два оттенка нам нравилось, но один оказался прям совсем такой фуксивый, он тоже очень красивый, но у меня такие есть. А вот этот, когда нам показали, что же это за оттенок, мы были потрясены, не купили, но потом увидели скидки, и Ева строго на меня глядя говорила: мама, берем. Вот, и действительно замечательный оттенок, она очень комфортная, она кремовая, нет никакой стойкости, здесь говорить нельзя, вообще все помады из моего марафона, мне кажется, не должны отличаться какой бы то ни было стойкостью, но в каждом ролике у вас всплывают, наверное, какие-то дополнительные информации в окнах. Комфортная, классическая, люксовая помада, которая всегда радует глаз, приятно ощущается на губах и приятно обладать этой помадой не просто как средством декоративной косметики, но и
вещью, да, то есть это игрушка для взрослых дам. Очень мне нравится, и я довольна, что вот так получилось, что мы купили эту помаду. Я, в принципе, по опыту с этими помадами могу сказать одно, что они долговечные, но не такие долговечные, как, например, помады Dolce & Gabbana или помады Dior. То есть те могут жить прям, ну, очень долго. Ну, то есть, ну, и MAC тоже очень долго. Ну, то есть там 7 лет для них это, ну, можно сказать, не срок. Но вы сразу понимаете, то есть вы открываете тюбик, вы сразу понимаете, что помадой нельзя пользоваться, даже если вы ей никогда не пользовались. Это прям сразу понятно. Эти помады, ну, 3-4 года они вам прослужат точно. У меня помады Lancôme еще имеют тенденцию заканчиваться. Вот, то есть, прям совсем. Я, кажется, вам рассказывала, что я не достаю из дна пули остатки помад по определенным причинам. Но помады Lancôme обычно у меня заканчиваются. Но бывало и такое, что я про какую-нибудь помадку забывала, и там через год, например, год я ей пользовалась активно, а там следующие полгода-год забывала. Появлялись другие фавориты, и она сдавала. Не часто, но так бывало. Но вот, например, их блески-шейкеры у меня жили 3 года, и, к сожалению, их было 3, и летом я использовала только их. Но они были безумно экономные. Эти шейкеры, кстати, имейте в виду, они сейчас тоже на огромных распродажах стоят 1600 рублей, что ли, обратите внимание. Но они мега экономные. Вот я сколько не использовала, то один я даже потеряла, я так переживала, я была какая-то лимитка, этот блеск. И, в общем, те блески, они у меня испортились через 2 или 3 года, и я очень расстроилась. И не потому, что, ну, вообще, ну, срок пришел, это нормальный срок для помады, 2-3 года, тем более для блеска, который ты пользуешься на ежедневной основе. Цветов таких больше нет. И еще раз это говорит об уникальности цветовой гаммы в люксовом сегменте оттенков Lancôme. Мне очень нравятся их оттенки. Спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, что мое видео вас немножечко развлекло, кому-то, может быть, помогло. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что сейчас действительно очень многие товары, я даже уверена, что это не только в Ревкош, а много где, есть по очень хорошим скидкам. Всего доброго, мои хорошие. До свидания.